обязательно документы. Да, как... Конечно. Там пансуны. Саша, там полиция теперь нужна. Школьный инспектор. Это удостоверение? Да, да, да. Вы место вот получаете, откуда? Да? Да, да, да. Все, проверка. Ну что, стрессы, да? Телеканал у вас там? Интернет-телевидение. Интернет-телевидение. Снимайте камеру, берите камеру. Почему я не снимаю? Любой гражданин, а следовательно и журналист имеет право на получение распространения информации. Вы меня не имеете права, если я не хочу снимать. Что вы меня снимаете? Вот и все, не снимайте меня. Берите камеру. Берите. Вы сотрудник полиции. Так. Зайти вторая, 18-20. Прессы. Да. Понимаете, что вы обстановку немножко должны наоборот разряжать? Все. До свидания. ДВД уже знаете? Только вы не знаете, да? Вы хотите лично со мной познакомиться? Пожалуйста, вот мое удостоверение. Вам личности или... Да, да, достаточно личности. А для чего? Я хочу узнать ваше личность. Ну, а для чего переписывать мое удостоверение? Ну, проверим. Конечно, проверим. И все, вы базе. По какой базе? Вы держите мое удостоверение? Я вам не знаю. И переписать я вам не дам свое удостоверение. Я предъявила вам свое удостоверение. Вы обязаны предъявить. Я предъявила. Вы видите, я предъявила удостоверение. Не надо мне говорить, что я обязана или не обязана. Я предъявила. Давайте мы сейчас не положим. Зачем вам нужно сверять мой номер? Я предъявила вам удостоверение. Я вы сотрудники полиции, но вы ведете себя я очень провокационно. Я не буду вам давать переписывать свое удостоверение личности. Я вам предъявила удостоверение. Вы хотите, чтобы я что сделала сейчас? Я предъявила только что, при свидетеле. Я вам предъявила документ. Вот. Зачем вам переписывать? Для чего? Для чего вам переписывать? Объясните. Ну, проверим по базе. Можно мы ваше сфотографируем? Давайте. Для чего вам мое можно ваше удостоверение? Давайте сначала можно ваше свое удостоверение сначала покажите, мы сфотографируем. Для чего вам мое удостоверение? Я предъявила вашему коллеге свое удостоверение. Для чего вы должны переписать? Я ни в кармане положу, обратно отдам. Я вам руки не дам, я обязана вот выдавать. Человек проверил же, обратно отдам. Я никому не обязана давать свое удостоверение личности. Я руки вам не дам. Почему отказываетесь? Потому что это мое удостоверение. Я вам отдам обратно удостоверение. Не надо у нас забирать удостоверение. Я не собираюсь забирать удостоверение. Где представители прокуратуры? Вы что стоите? Вы почему нас в круг взяли? Вы почему вы наблюдаете за тем, что происходит? Или мы вот так будем в кругу стоять? Вы зачем нас окружили? Отойдите от нас! Вы нас окружили! Вы нас окружили! Пойдем! Отойдем! Я уже предъявлял. Ну, еще раз предъявите. Я уже предъявлял. Еще раз не будет. Почему? Вы не имеете права. Мы исполняем. Силы возьмите, если вы хотите. Отказывайтесь. Нет, вы предъявили. Потому что я вам уже показал. Зачем? Для чего? Напрягает, чтобы нас напрягать. Слушайте, мы сейчас позвоним в МВД. А зачем вам нас проверять? Я сама позвоню. Право. Нас никого не нет. Мы вам показали свое удостоверение. Для чего вам наше удостоверение? Вы можете представить вас так раз. Я спокойно разговариваю. Это вы. Сначала мы фотографируем все ваши какие у вас документы. Может, вы бандиты какие-то. Мы предъявили. Может, вы бандиты какие-то. Удостоверение предъявил, я тоже вас удостоверил. Не, покажите. Когда вы предъявили, я не помню. Когда? Еще раз предъявите, пожалуйста. Давайте. Только не фото, это уже мы. Почему? 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 А почему мою, почему нельзя сфотографировать? Пернешев, видели? Пернешев, а имя как ваше? Журдаулет Байбек. Из какого опорного пункта вы? 14-го отделения полиции Исийского. А вы в курсе, что по закону о силовых ведомствах вы должны сначала представиться?
Конечно, мы предъявляем. Все, уже даже не надо забирать наши документы. Я забирать не собираюсь. Не надо переписывать наши данные. Для чего вам? Это вы создаете конфликт. Вы сами же этот турбус вводишь. Наша милиция нас бережет. Она, ага, бәр, бізді прокурор, бәр, білет, сіз қайта-қайта неге сұрай бересіз? Алдында бір, сіздің қызметкеріңіз келіпті, документы дейді. Показали документы, теперь вы опять. У вас, может, по третьему, по четвертому разу это пойдет? Или вам это доставлять удовольствие? Доставать нас. Мы работаем, это наша работа. Мы пишем. Работаете, ну, работаете, но без напряга. Вы знаете нас. Не опрекаю вас. Меня вы точно знаете. Я уже был в этой опорке несколько раз. Я предъявил все. Нет, вот все. Удостоверение предъявите по одному. Удостоверение? 10-09-84. 10 человек подойдет, и каждому надо показать. Прописка дома, хотите это домой? Это законное основание. Вы просто не знаете, что они не дают. Знают же свои права. Народ защищают. Правду говорят о народе, что творится. Свои погоны бережете и стоите тут. Беспредельничаете уже. Всех хотите задушить своей властью. Нас на улице хотят оставить. Они все нас знают, они лишний раз покажут, что мы они знают, что... Что-то пьяный,